эфире актуальное интервью в студии Ольга Попова. Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях представитель молодежного правительства Ямала в Ноябрьске Кирилл Николаев. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Ольга. Прошел год с момента, как на Ямале было создано молодежное правительство. А для чего оно создавалось и чем, собственно, вы занимаетесь? Молодежное правительство задумывалось как консультативный орган при губернаторе Дмитрия Николаевича Кобылкине и как орган, который мог бы поддерживать молодежь. То есть доносить идеи, да, то есть на самый верхний уровень власти, да, окружной, рассказывать о проблемах молодежи, то есть и поддерживать любые инициативы, любые начинания. На самом деле функции этим не ограничивались. Мы выполняем довольно много муниципальных проектов, то есть в каждом муниципальном образовании, где есть представитель молодежного правительства, то есть говорю, что не в каждом муниципальном образовании округа есть представитель, у нас всего 8 человек. Вот, муниципалитетов немного больше. Но вот там, где мы есть, мы выполняем еще муниципальные проекты. А что-то конкретно, например, можешь привести? Из того, что было сделано в этом году, то есть скажу сразу, что мы сами не бегаем, да, скажем там, с метлами, улицы не метем, да. Вот, мы молодежное правительство, поэтому выполняем немножко другие функции. Допустим, молодой человек приходит к нам с инициативой. Ну вот на примере акции «Мир глазами необычных детей», то есть замечательный парень из города Ноябрьска Дмитрий Чербин захотел провести уроки арт-терапии для детей с ограниченными возможностями и после этого провести выставку на День защиты детей. Идея замечательная, но ему на тот момент было 17 лет, и он не знал, как реализовать эту идею. И так случилось, что он пришел к нам, и то есть мы подумали, предложили как бы какие-то схемы реализации, связались с администрацией. Жанна Александровна назначила куратора постоянного для работы с молодежным правительством. И при поддержке администрации, при поддержке предпринимателей города, которые выступили в качестве спонсоров, эту акцию реализовали. То есть роль моя как представителя молодежного правительства сводилась к координации. Вот таким образом. И таких примеров, я так понимаю, много, да? Ну, на самом деле, на муниципальный проект времени остается не очень много. Вот, но что-то по мере той сил стараюсь реализовывать. Необходимо сказать о том, что мы не освобождены от основной работы, да, и то есть молодежное правительство – это наша общественная нагрузка. Поэтому все свободное время приходится уделять работе молодежного правительства. Это из того, что уже сделано. А может быть, какой-то проект вот сейчас реализуете, только готовите? Буквально на днях на заседании молодежного правительства в Салехарде мы презентовали губернатору и окружному правительству один из муниципальных проектов, который мы планируем сделать окружным. То есть, опять же, идея двух инициативных молодых людей из Ноябрьска – это создание виртуального музея человеческих судеб. То есть, представьте, волонтеры идут к ветеранам, общаются с ними, снимают их воспоминания на видео и выкладывают в интернет. И таким образом, то есть, мы получаем вот такой виртуальный музей, которым могут пользоваться учителя на уроках истории, ну и вообще любой заинтересованный человек, то есть, может узнать о событиях тех лет. И еще в ноябре прошлого года, то есть этот проект попал в наше поле зрения, то есть, вернее, они к нам обратились за помощью. И то есть, с тех пор очень много, как бы, ну так скажем, как вот бусинки, да, на ниточку нанизываются. Сначала мы подружились с музеем воинской славы, затем с советом ветеранов, потом с поисковиками. То есть, ну, ребята просто не знали, куда двигаться. Вот, мы подсказываем им, и теперь мы рассчитываем на поддержку окружного центра патриотического воспитания. Буквально на днях мы свяжемся с ними, да, то есть и будем думать, как реализовать проект дальше. То есть сейчас нужны волонтеры на проект, поскольку ветеранов в Ноябрьске около 200 человек, а парней всего двое, да, даже с моей помощью им не справиться в ближайшее время. А время дорого, конечно. То есть и возможно, что скоро будет такой, да, виртуальный музей? Нет, на самом деле сайт работает. Сайт, а, уже, он уже сайт есть. Уже сейчас работает, там очень много, то есть, информации просто наполнять его, да, надо, о войне, да? Да, о ветеранах, стихии, музыка, ну, то есть ссылки вот на все это там можно найти. Виртуальную экскурсию по музею воинской славы, то есть, допустим, задумали и реализовали. Вот. Осталось только вот именно за виртуальным музеем человеческих судеб, то есть за общением и вот этой информацией на сайте. То есть проект, по сути, уже почти реализован, остается последний, но самый важный шаг. Угу. То есть уже немного вы затронули вопрос, как работает молодежное правительство, и вот еще, кто его курирует, и какую роль в вашей работе играет именно сам губернатор округа? Ну, насколько мне известно, практически ни в одном регионе России
ну, мы общаемся, то есть, с молодежными правительствами других регионов, и ни в одном регионе России губернатор не является председателем молодежного правительства. А у нас именно так. То есть Дмитрий Николаевич, он наш председатель. И, соответственно, мы как председатели можем в любое время направить какое-то письмо, да, официальное там, или запрос, то есть рассчитываем всегда на его поддержку. Вот. Далее, при создании молодежного правительства за каждым из нас был закреплен куратор. Это, то есть, скажем, действующий член правительства округа. И именно к ним мы обращаемся тогда, когда не можем сами решить вопрос. То есть, когда мы исчерпали все возможные пути решения молодежным правительством, то есть на муниципальном уровне, тогда мы выходим и связываемся, и пытаемся донести информацию, либо получить какую-то помощь на окружном уровне. Таким образом. То есть у меня, мой куратор, это руководитель аппарата губернатора Ирина Борисовна Соколова. В течение года, то есть несколько раз, ну, по необходимости, да, обращались, и поддержка была оказана. Ну, только в крайних случаях, наверное, когда сами разобраться не можете. Да, конечно, мы понимаем, что это очень занятые люди, то есть и лишний раз просто без повода тревожить не имеет смысла, да, то есть маячить и напоминать там о собственной значимости. Заняты и вы тоже. Все работают, члены молодежного правительства, и живут в разных городах. Как вы осуществляете эту работу? Вот все-таки дистанционно приходится как-то общаться, и получается ли налаживать контакт? Знаете, первые полгода работы, скажем, в молодежном правительстве, нам приходилось очень многому учиться, то есть даже не перечислить, то есть все, да, но одно из первых, чем мы учились, это работать две смены. Сначала ты работаешь на основной работе и учишься делать ее, может быть, даже более качественно, чтобы никто не упрекал тебя, что ты распыляешься на молодежное правительство. А вечером дома, ну, у меня происходит так, я укладываю семью спать. Вот, и начинается, то есть, работа по молодежному правительству. То есть там бумажная работа, работа с документами, либо, то есть, связываюсь, списываюсь, вот, и плюс работа в интернете. На самом деле, да, благодаря интернету, благодаря современной связи, создается ощущение, что мы все находимся в одном городе. Ну, я полагаю, что в большом городе, например, ну, в той же Москве, так бы и происходило. То есть мы бы не виделись, а просто созванивались бы и писали друг другу. И, то есть, в тесном контакте, то есть, постоянной переписке, и происходит взаимодействие. Удивительно, что мы виделись с некоторыми членами молодежного правительства всего три раза, ну, с некоторыми больше, но очень часто мы думаем в одном направлении, и иногда даже в одно и то же время нам в голову приходят примерно одинаковые мысли, и, допустим, ты пишешь письмо и получаешь письмо вот с тем же самым, да, с той же самой идеей или с той же самой мыслью. То есть я считаю, что контакт получилось наладить, то есть мы даже подружились. Все, да, кто в правительстве? Ну да, мы одна команда. Это главное. Наверное, только так можно добиться чего-то, да? Именно работая в команде. Я не могу сказать, что мы всегда видим, допустим, одинаково пути решения задач. Иногда, то есть мы спорим, да, иногда даже эмоционально спорим. То есть, но при этом мы понимаем, что мы делаем одно общее дело, и это главное. И свои личные амбиции приходится убирать куда-то на второй план и приходить к какому-то общему знаменателю и выполнять совместное решение. Ну, еще вопрос. Расскажите о проекте «Губернаторская сотня». Я знаю, что вы были его участником, и как все-таки Ноябрьск заявился в этом проекте? Ноябрьск на этот проект вышел, скажем, очень представительным составом. То есть участники, которые заявились на «Губернаторскую сотню», то есть они, многие занимают как бы важные посты в городе, да, и вообще количество участников было, по-моему, что-то около 58, могу ошибаться, но то есть довольно самое большое количество участников заявилось из Ноябрьска. И довольно тяжело было конкурировать с проектами уже состоявшихся, уже очень грамотных, то есть специалистов и руководителей. Ну, сложилось так, что мой проект уже признали в числе лучших, то есть и я вошел в губернаторскую сотню. О чем проект? Мой проект посвящен развитию средств массовой информации на Ямале, то есть, ну, это то, в чем я полагаю, что я хоть что-то понимаю, да. И направлен, скажем так, на повышение прозрачности власти, да, на улучшение коммуникации, да, между жителями и властью, чтобы, скажем, в округе появилась, образно говоря, такая площадка, где все могли бы встретиться и обсудить важные вопросы. Вот. А если еще немножечко приоткрыть завесу этой тайны, как это будет все делаться? Ну, смотрите, если говорить о моем проекте, я плотно увязывал его со стратегией развития региона до 2020 года. Там есть такой очень замечательный интересный пункт, он уже в Салехарде реализуется. Он называется «Многофункциональные центры обслуживания населения».
То есть, когда люди могут получить любую информацию, любые госуслуги в одном месте. Вот. И, допустим, один из пунктов вот этого проекта, чтобы создать такой многофункциональный центр окружной в интернете, и люди могли бы получить и там эти услуги, они могли бы получить справочную информацию по муниципалитетам. Ну, представьте, вот, допустим, вы едете в Новый Уренгой в командировку и не знаете, какое такси там, да, где вы будете кушать, где вы остановитесь, да. Насколько было бы проще, если бы вся информация по Новому Уренгою, в том числе и по бизнес-структурам, да, по магазинам, по предприятиям общественного питания, была бы в свободном доступе. То есть этот проект послужил бы не только, скажем, как средство массовой информации, да, но и как, скажем, поддержка такая малого и среднего бизнеса, да. Опять же, на этом же сайте могли бы быть новости, размещены региона, да. Там же жители как бы могли бы комментировать эти новости, обсуждать. Вот. Ну, то есть, по сути, я не могу сказать, что я придумал что-то кардинально новое. Это такая компиляция того лучшего, что мы можем найти, допустим, на других проектах региональных и федеральных. То есть, главное – это максимальное удобство для жителей региона. И в заключение нашего интервью можете обратиться к жителям города и, может быть, конкретно к молодежи. Молодежное правительство «Имало» было создано для вас. Мы рассчитываем на вашу поддержку и на то, что со своими инициативами вы пойдете к нам. И вместе мы обязательно реализуем их и сделаем наше будущее лучше. Спасибо вам за интересный разговор. А я напоминаю, в студии был и отвечал на вопросы представитель молодежного правительства «Имало» в Ноябрьске Кирилл Николаев. До свидания.